Недельная глава Этрона посвящена очень большим количеством различных интересных событий. Она начинается с того, что еврейский народ уже вышел из Египта, и они перешли через Красное море, произошли большие чудеса на Красном море, и после этого выходит навстречу еврейскому народу пророк Итро. Написано, что пророк Итро был идолопоклонником, но именно после всех событий, которые Всевышний сотворил для еврейского народа, он вышел для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу. Когда он выходит, он приходит к Моше Рабейну и говорит ему, что вот смотри, ты такой большой праведник, и ты столько много делаешь, только я хочу тебе дать один маленький совет. Итро говорит Моше Рабейну про то, чтобы установить правильную судебную систему. Моше Рабейну не тратил много времени на разбирание как маленьких, так и больших дел, поэтому поставить систему, где будут находиться люди ниже Моше Рабейну, которые будут заниматься маленькими какими-то разбирательствами, маленькими вопросами, а все остальные большие и важные вопросы будут напрямую связываться с именно Моше Рабейну. Заключительная важная часть в этой недельной главе – это получение 10 заповедей. И одна из важных заповедей, которые Всевышний дает еврейскому народу – это заповедь соблюдения Шаббата. Написано, что Шаббат – это замечательный превосходный день. Именно тогда, когда мы, соблюдая Шаббат, показываем Всевышнему, показываем вообще другим людям, что есть единственный и один Творец этого мира, который 6 дней создавал этот мир и в 7-й день отдыхал.